Друзья, привет! Значит, мы опять находимся у нашего первого заказчика фирмы Винмет. И еще одна новая фишка, которую мы сделали с нашими тренажерами. Значит, это наша традиционный тренажер уже, тренажер для колен. Понятно, то садитесь и разгибайте ноги. Но опускать спинку у него много, можно гораздо ниже, чем традиционно. Тут специально усиленная конструкция. Два мощных регулятора из металла 8 мм толщиной. Вот так. Мы его опускаем полностью вниз. Он упирается в пол. Вот так. Получается горизонтальная скамеечка. Дальше мы сюда садимся. Ноги не фиксируем. Ноги кладутся сверху. Вот так ложимся. И берем в руки тот самый тренажер, который называется дуга снизу. И посмотрите, что получилось. Вот так. Нагрузка регулируется. Во-первых, можно брать шире хват или уже хват, кому как понравится. А еще также традиционно регулятором. Вот таким. Вот это вот самая слабая нагрузка. Это самая сильная нагрузка. И в итоге мы получили еще одно упражнение на гидравлических тренажерах. Это традиционный жим штанги от груди. Все, всем хорошего дня, пока.